Люба, Марина звонила, сказала, Светка нашлась. Ой, слава богу. Петь, а где была ты? Ничего не знаю. Слушай, с чужого номера звонила, коротко так. Сказала, все прослушивается. Сказала, короче, ждать у развилки на лощинку. Федя, Федь, ты меня послушай, тебе в лощинку нельзя. Ты слышишь? Нельзя тебе туда. Да я понимаю, Люб. Я понимаю, но сейчас я их встречу, спрячу, а потом будем думать, как Сашке помочь. Я, Люб, вчера в Краснодар ездил. В областную прокуратуру заявление писал. Так что я думаю, все будет нормально, Люба. Спасибо тебе, родной. Спасибо. Осторожней там. Нормально. Светка нашлась, надо же. Представляешь, ты сейчас с Маринкой. А где он их спрячет? Найдут их и разом всех кончат в одном месте. Вань, ты зачем мне сейчас все это говоришь? Говорю, что знаю. Ладно, пойду я. Чего? Куда? К Федору вашему пойду. Что он там один сделает? В станицу у себя спрячет. Найдут. И в Краснодаре тоже найдут. Их надо в аэропорт и в Москву. Ага, в Москву. Ты сначала с собой разберись. В Москву. У меня в Москве сослуживцы, у них и пересидят. Угу, пересидят. И с чем ты к ним в эту Москву поедешь, а? С чем? А ну-ка сядь. Саша сидит. У тебя ни ксивы, ничего. Нюру надо искать, понимаешь? Девчонка одна в лесу. Бог весть сколько сидит. Одна. И папка у нее. Любовь Тимофеевна, да искали, весь затон обшарили, весь. Плохо искали, Ваня. Плохо. Папка – наше единственное оружие. Кстати, об оружии. Я знаю, у Александра Евгеньевича есть наградной пистолет. А вот об этом и думать забудь. Любовь Тимофеевна, а как воевать-то прикажете? С голыми руками? Света, милая, ну так ты мне объясни этого Владислава Митрофановича. Ты раньше знала? Да нет. Я когда сбежала, я в лесу пряталась. Потом набрела на его шалаш. Там он меня и нашел. Мам, ну я же не знала, что он Волков. Он сказал, называй меня Митрофановичем. Ну, Митрофанович, Митрофанович. Вот и выходит, дочка, что похожи мы с тобой. Родные есть, но такие, что лучше бы их совсем не было. Мои хорошие были. Папа дурак. Чего то? Налево сходил. Молодую нашел. И как-то вмиг все развалилось. Я целый месяц дома не ночевала. У подруг ныклась. Я думала, убьют друг друга. А может так всегда, что люди хорошие, только когда все тихо и спокойно. А когда все плохо, ну, договаривай. Становится животным. Ну, не все. А я не знаю других. Клара, Волкова, уроды. Ты о ком? Ну, о Волковых, которые в станице заправляют. Они все сволочи, но старший Николай хуже всех. Я не понимаю. Вот у него же был папа, мама. Он ходил в школу, учился, наверное, даже сочинение писал про Наташу Ростову. Почему же он стал таким зверем, и все поступки зверские? Вот ты, Митрофанович, ты же готовишь мне еду, ты меня пригрел здесь. Почему ты остался человеком? Что сделал этот Николай Волков? Он со своими бандитами насилует девочек у нас в интернете. И его дружок Геннадий Киреев. Гиндос. Он племянник начальника милиции. Они приезжают к нам в интернат, как в гарем.
и берут девочек. Они называют это свежую стружку снимать. Бьют и заставляют молчать. Вот такая у нас учеба. А знаешь, как с нами было, дед? Нас привезли в сауну, разорвали на нас одежду, стали пить, потом бросили в бассейн и лапают, смеются, гогочат, а потом заснули. Абдулаева взяла нож и говорит, а давай их зарежем. А я ее схватила и говорю, Алия, пожалуйста, не надо, потом нас другие найдут и убьют. Потом мы сбежали. Жалко ее. Убили ее. Ну, может, не убили. Может, жива. Убили. Мы на дорогу выбежали, попутку ловить. Вдруг видим фары. Машина остановилась, а там гиндос с Николаем. Я побежала, упала в яму, а ее фарами высветили. Гиндос схватил ее за волосы и потащил в лес. А Николай сидел в машине и слушал музыку. Она визжит, визжит, кричит. Я даже сейчас вспоминаю, у меня мурашки по коже. А потом выстрел. А Николай только музыку делал погромче, чтобы не слышать, как она визжит. Там в лесу есть просека. И они у всех так складывают. Я не понимаю, ну зачем нужны такие люди? Зачем? Звери. Звери. Дочка, этот зверь – сын мой. Что? Сын, я Волков, муж Надежды Волковой, отец ее детей, отец этой сволочи Николая. Ты прости меня, если можешь за все прости. Однажды пришел и говорит, давай уедем. Куда? Неважно, куда, достану денег, лишь бы сбежать от них. Что там у тебя в лесу? Ходит кто? Во дворе никого, в доме сидят. Что там на реке? Движуха есть. Ген, тут вообще никого. Может, пора, а? Чего пора? Сиди там, тебе что скажут? Из сберкнижки и бабки не приходить. Хочешь потом рылом все выселки перепахать? Принес сберкнижку? Так тут что, 3 миллиона? Да, он их на меня положил. Зачем? Не знаю. Он сказал, раздай в интернете. Вот такие дела, мам. Как бы нам из-за таких денег нищими не стать. А я Нюрке говорила, что нельзя ее брать. Ну, давай ее выкинем. Можно. Только сначала объяснить придется. Что? Кому? Всем. Чего он тебе такие деньги-то перевел? Ходят курочки. За золотыми яичками. Полез-то. Эй, здорово, Михалыч. Собаку-то прибери. Сам прибирай. А, ты вещички-то собирай. Поедем в Лощинскую. А у тебя ордер есть на арест?
И на обыск, и на арест. Ну-ка. Покажи. А почему прокуратура не наша, а Лощинская? А мы с ней договорились. Из Краснодарской также. Оружие есть? Есть. Ага. Только винтовки Драгунова. Там как не было, так и нет. Ну да, да, да. Ну что там? Пусть. Ох ты. Вот так вот. Мотоцикл есть. Ты можешь завести его хочешь? Ну, заведи. Ня! Пойдем оружие искать. Давай, двигай. Здесь только гладкоствольное. Я же сказал, нарезного нет. Михалыч, ты на меня пургу-то не гони. Мне приказали, я делаю. Невиновен. Отпустим. Чего ты сказал? Виновен? Это с чего я виновен-то, а? Из-за чего? Из-за того, что мой брат вашей барыне дорогу перешел? В чем я виновен-то, скажи? Парь! Надень наручники. Есть. Харе митинговать. Встать, руки за спину. Да чего оттягивай ты, елки-палки? Пойдем. Ничего. Нюра у нас ушла вот сюда, мимо Вишневого затона она пройти не могла, значит, пошла вдоль дороги дальше. На мосту пост Киреевский. Правильно, значит, она свернула и оказалась где? На выселках у Лазарева фермера. Спасибо. Угу. Мы, если дорогами пойдем, на Волковских напоримся. А если нам по реке попробовать? Тут километров 6, не больше. Молодец, разведка. Любовь Тимофеевна, батину лодку дадите? Ну, только рыбацкая осталась. Ну и что? А ты знаешь, где она стоит? Нет. Ой. Где-то, наверное, вот тут. Вот. Ну, где баня старая, помнишь? Найдем. Там пирс найдем. Еще. Найдем, найдем. Так, а кто останется со мной с дочкой? Сержант Зараев. Угу. Только бывший сержант-то. Ключи дадите или нет? Сейчас принесу. Значит так, Якименко. Поедешь к Лазареву на лодке, а я к Федору на трассу. Отлично. Если что, на связи. Нюру найдите. И папку. Давай. Ну ладно, поехали, папа ждет. Папа? Да. Вы что, помирились? А как же это? Продавщица. Свет, я не пойму, ты к папе хочешь? Хочу. Поехали. Мам, подожди. Что? И надо обязательно Нюрку взять. А то ее Волкова убьют, если поймают. Мама, она очень хорошая. Замечательная мама. Я твою Нюру не хуже тебя знаю. Забирай, поехали. Приготовиться всем, брать их будем. Хорошо. Ну-ка, дай-ка. Машенька, спасибо вам большое. Спасибо за Свету и за Нюрку спасибо. Да спасибо. Что вы. Если бы не вы, не знаю, что ну, было ну, бы. Ну что поедем. Вы, Мариночка, может вам собрать дорогу что-нибудь? Не-не-не, спасибо большое. Поедем. Мы едем домой. И ты едешь с нами. Мы родители снова вместе. Я рада. Марин, я на месте. Я рядом с... Федя, не болтай лишнего. Жди, скоро будем. И выключи телефон, иначе засекут. Я
Может, здесь оставите? Нет, с собой возьмем. Давай, девчонки, собираемся. Чего вы? Застыли, что ли? Вам вещь, что ли? Нюр, ну что это? Ты не забыла, что мы в сарае спрятали? Да, мам. Дядя Саша собирал документы, чтобы завести дело на Волковых. И эта папка сейчас у нас. Мы ее в сарае спрятали. Идемте, покажу. Господи. Сейчас учиться не легче. Ну, пошли. Спасибо вам большое. Мое солнышко. Выросла, вытянулась. Смотри, какая. Красавица стала. Вот она. Говорил же. В сарае папку спрятали. Давай, дуй к лесу, все перекрой там. Слышу реки. Подвигайся. Ген, тут какой-то мужик швартуется. Пропускай. Всех потом чуху возьму. Не нравится он мне. На мента похож. Обделался, что ли? Надюшка на всех белый билет выписал. Жди команды. Ок. Мам, кто-то идет. Девочки, сюда. Эй! Хозяева! Иди сюда. Приднитесь. Все тихо. Эй! Есть кто живой? Подождите. Я знаю, кто это. Он у майора Рябакуни в ментовке служил. Я видела его там. Он хороший. Да все они там хорошие. Тише. Чего надо? Хозяина нет дома. Здравствуйте. Я знаю, что нет. Вы девочку тут не видели? Нюрой зовут. Она у вас. Мы ищем ее. Я у Рябакуни служил. Его тоже посадили. А нас уволили. У Рябакуни? Передайте, чтоб на трассу не ходила! Кругом люди Киреева! Волковы красную папку ищут! Я же говорю от Рябакуни. Что дальше? Ты сама сказала, его посадили. Юра! У тебя совсем нет времени! Так. Уходить только по воде! Слушайте, он прав. По воде надо. Ну что, рискуем? Угу. Да. Думаю, с верстями не бывать, одно не миновать. Не плачь. Не плачь, пошли. Здравствуйте. Папка у нас. Вы кто? Я Марина Горобец. А это моя дочка. Крестница Саши Рябакуни. Это Нюра. Папку вам отдать. Опа! Курочки! Ну что, мент? Рябакунь сидит, и ты присесть решил, да? Руки! Иди сюда, быстро! А я здесь при чем? У меня дети. Сожгли вас, твари, а вы опять за старое. Муженек снайпером заделался. Ты в доме всякую шваль прячешь. Я только слово волчите шепну, красный петух и здесь будет. Ну, здравствуй, курица. Ты че? Ствол брось! Алло, алло, мусор, ты че? Сука! Мобильники в центр! Кончилась ваша власть, воронье! Волчары! Отдай, сволочь! Ну, сука, я тебя найду. На волчихе вот что передай. Сильно она ошиблась Рябакунем. Мы с ним в горах Кавказа.
5 лет черемшу жрали. Честь русского офицера защищали. Зверей мочили. Приехали домой, а чехи правы были. Зверьё, вот оно, дома. Мы войну вам объявляем на уничтожение. Барышни, все, уходим. Девочки. Вам тоже здесь оставаться нельзя. Побежали. Детей собирайте. Хорошо. Это я. Короче, здесь все. Долго писать не буду. Нюра, Горобец с дочкой. Короче, все здесь. Все, идем к мосту. Встречай, папка у меня. Уходим! Здорово, командир. Куда? Ты кто? Помощь. Какая помощь? Вали давай! Зеркало внимательно смотрим. Внимательно. Что видим? Пасут тебя, волковские. Делаем так. Я прилягу, а ты по газам жми. Ты кто такой вообще? С кумом твоим служил вместе. Марин с девчонкой у нас. Забрать хочешь? Дави на педаль, иду к мосту. Их туда подвезут. Зачем? В Москву их надо везти. Здесь на Кубань кранты. Волчих после смерти мужа с катушек слетела. Крови хочет. Твои первые. А тебе-то зачем? Затем. Жми на газ. Концы рубить будем. Давай трогай. Что завис? Куда бежим? Вы с девчонками в Москву. Лазаревых. Плавник спрячем. А Рябоконь? Вытащить его надо. Но сначала надо вас спрятать. Виновата я перед ним. Смотри, что у нас есть. Ого! Видишь? Ух ты! Моя зарплата! Лет за 20. А это... Оттуда! Откуда? Это не наши деньги, шальные. Как пришли, так и... Долго объяснять. С одной стороны, вернуть надо, а с другой стороны, потратить можно. На Рябоконе, на адвокатов. Только как это сделать? Ну как, где? Где такую сумму снять? У меня сестра в Трансбанке работает. Думаю, поможет. А? Тормозить сможешь? Так, чтобы намертво встать. Стремно, конечно. Попробуй. Влево уходи. Тормози! Ты чё, грузовик, одурел, а? Ты чё, парень? Тебя ездить, что они учили, урод? Не понял! Ну что, мерзот, полетели? Пока ветер без камней. Вы у меня землю жрать будете. Меня и Рябу коня. Всю жизнь будете помнить. Видели? Вот. Вы теперь с ней жить будете. Спать, мочиться. Жми, шустрый! Прижми сильнее! Да что ты ерзаешь? Не дергайся! Не дергайся! Рванет же! Сволочь! Мы тебя достанем! И что это было? Да это хвосты рубить. Вот что это было. Они хотели войны, они ее получили. Поехали. Ага. Это когда-нибудь кончится? Тут только разговоров о вашей станице Лощинской. Вы чего добиваетесь? Чтоб я у вас особое положение ввел?
Не умеете с людьми разговаривать, под суд пойдете. Василий Лукич. Кроме меня есть еще другие организации. Милиция, прокуратура, следственный комитет. Я тебе звоню, потому что никому больше дозвониться не могу. Все как хорьки попрятались. Да ваши лощинские бабы мне телефон оборвали. Вы осатанели? Старики-казаки в душном зале. Коля, даю тебе полчаса. Выпусти людей. Иначе извини, но буду вынужден сообщить вышестоящей инстанции. Все, жду звонка. Ларис. Лариса. Да, Николай Владиславович. Скажи, а где вообще все? Где мама? Генка где? Серега где? Надежда Алексеевна в церкви, видимо, выключила телефон. А Серега тоже? Или он сквозь землю провалился? Сергей Владиславович в Краснодаре. У него открытие с Мариной Николаевной. Нет, там Марина Николаевна. В другом месте она. Сбежать вздумала. Твоя Марина Николаевна. Моя? А я-то тут при чем? Мне вообще откуда это знать? Поедешь, поговоришь с батюшкой, деликатно, чтобы мама вытаскивала оттуда. Понимаешь? Народ бунтует. Чем все закончится, неизвестно. Жизнь, Свет. Знаем. Иди маме помогай. Марин, Марин, давай руку. Не надо, я сама. Ну давай, чью ты? Не надо. Послушай, Федор, это ты придумал, что нам в Москву надо? Ты Нюра? Да. Не надо нам в Москву. Нам в Москву не надо. Нам в Лобин надо. Твоей тетке надо, понимаешь? Вот там мы и пересидим. Ты молодец. Ты не понял, что ли? Ну сколько раз тебе надо повторять? Ты что, совсем? У меня паспорт у директрисы остался. Прилетает моя Москва. Да ладно тебе. Какие твои годы? Успеешь сейчас ездить? Ты что делаешь, Федя? Ты меня слышишь или нет, Федор? Послушай, Волкова искать будет, а там найдут. А найдут, сама понимаешь, что сделают. Да и прятаться бессмысленно. У тебя где родственники есть? Бабка в Арчиде. Надо что-то делать. Давай-ка ты туда и в Москву, езжай. Короче, надо. Лады? Угу. Точно, Иван? Так точно. До развилки подбросишь? Кто этот человек? Это кто? Свои, свои. Тебе с нами нельзя, фура засветилась. Так что встретимся на месте. Лёх, а вы давайте в плавне. Ага. Марин, а мы есть. С вами в аэропорт. Хорошо, спасибо. Марина, я позвоню сестре. Где банк находится, знаете, я сказал. Да. Спасибо, Лёшечка. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Удачи вам. Дядь Марин. Света. Дай руку. Не надо меня трогать. Да я ж помогу. Девочки, аккуратно. А где папа? Ну, дурак ты. Понимаешь ты? Дурак. Да я единственный человек, который хочет тебе помочь. Миша, ну все ведь против тебя. Улики против тебя. Из Краснодара на меня давят. Улики есть, делай посадку. Она на меня давит. Найди мне убийцу. И я ее понимаю, видишь, у нее мужа убили. Ну, хочешь, я тебя сейчас выпущу? Хочешь? Тебя же Волковы за дверьми разорвут. Подпиши признание, Миш, тебе же будет лучше. Ничего подписывать не буду.
Подпиши. Я тебе слово офицера даю. Тебе же будет лучше. Офицера. Скажи этому мордовороту своему, чтобы в грудь сапогом не бил. У меня легкие слабые. За это ответить. Кто ответит, Миш? Перед кем ответит? Время какое. Вот сейчас они сюда придут за тобой. И что я против них? Что? Тебе это надо сделать жену вдовой, детей сироты? А ты мент или кто? Киреев. Миш, включи мозги. Подпиши, не дури. Подпиши. Ну, дурак ты, Миш, дурак. Вот в соседней камере сидит твой брат. Вот он не такой. Вот он согласен за тебя подписать. Брат твой. Беспредельщик. Господь наш Всевышний, яви милосердие Твое. Прими раба Божьего Владислава в царствие Твое. Муж мой, верой и правдой служил Тебе, Господи. Щедрым и добрым был к людям. Молился за нас, грешных. Прости им прегрешения вольные и невольные, имя его в Царстве Небесном, Матери Божией, Царице Небесной, Богородице Праведная. Богородице, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобой. Благословен ты в жизни. Батюшка, простите, какой кошмар, народ скоро с вилами выйдет. Прости, матушка, вынужден прерывать твою молитву. Что? Народ неистовствует. В спорт в зале стекла бить начинают. Надо ехать, матушка. Народ подождет. Езжай, Христом Богом молю тебя, Надежда, езжай. Беды бы не было. А вы что стоите? Перста не наложите. Душа его еще среди нас. В общем так, братья, здесь других вариантов нет. Поэтому вот, решайте сами. Правильно я говорю, старшина? Миш, если двоих посадят, семьи по миру пойдут. Надо подписывать, Миш. Сесть. По чьей-то дуре петь. Пока они у власти, нам не жить. В тюрьме она легче будет. Не лезь. Но ты-то куда? Не лезь. Так надо. Смотрите, я могу посодействовать, чтобы сидел здесь, в нашей колонии. У меня есть такие возможности. И статью нормальную подгоним. Лет 5 максимум. Потом условно-досрочная. Отсидит год-полтора в колонии. За вскладом. Сам не хочешь присесть? А я бы с удовольствием, между прочим. Сбежал бы вот от всех от вас. Куда в угол забился бы и шил бы там тапочки года 2. Газетки бы почитывал, чиферок бы попивал. А ты знаешь, как я живу? Да я каждый день на бомбе. Правильно я говорю, старшина? Нам гарантия нужна, что ты отпустишь одного из нас. Брат, какие к черту от них гарантии? Ладно, я старший. Я на себя все возьму. Нет. Ты хозяин крепкий, две семьи потянешь. Мне Ирка третьим беременна. 45 бабе. Молодец, да? Говорят, пацан. Киреев, если я подпишу, брата выпустишь. А зачем нам два? Нам один нужен. Хоть сейчас выпущу. А дело потом не переведешь? И свидетелей выбиняемые. Да, я лично его домой отвезу.
Лично прослежу, чтобы никто не трогал. Подписывай, Миша. Где подписывать? Вот тут, Миша. Я что, с вами весь обед здесь буду сидеть? Подожди, пожалуйста. У нас на этот номер инструкция. При предъявлении сберкнижки срочно сообщить в центральный офис. Это первое. И второе. Девушка несовершеннолетняя, мы в любом случае не имеем права выдавать, пока ей не исполнится 18. Юль, ну мы же можем как-то обойти эти инструкции. Мужчина, вы слышите, что вам говорят? Ей 16 лет, приходите через 2 года. Про Рыбако не слышали? Честный человек. В камере с уголовниками сидит. Лазарев фермер. Да господи, вы всех знаете. Там десятки сидят. Все честные, хорошие люди. Нам эти деньги нужны для адвокатов, чтобы вытащить их всех. Но вы нас тоже поймите. У нас инструкция. Это пойдет как сговор. Правильно, сговор. А они нам выбор оставили? Не, ну правда, ну сколько лет уже казнят людей. Ваш брат по их прихоти работы лишился. Лишился? Лишился. Может, пришло время идти против них, а? Это подсудное дело. У меня 2 детей. А у Лазаревых 3. Им что, без отца расти? Юлечка, вы поймите, пока они тут хозяева, у ваших детей, у наших детей, тут будущего нет. Но мы же, в принципе, можем совершить профессиональную ошибку. Юля, ты что такое говоришь? Тебя посадят. У меня плохое зрение. Я же могла не заметить, что ей нет 18. Юля! Юля! Выдавай. Юля! И не трясись, на себя возьму. Ты с ума сошла, что ли? Распишись. Давайте быстрее, пока обед не закончился. Угу. Девочки, спасибо вам большое. Вы сделали то, что в этой станице 100 мужиков сделать не могут. Спасибо. Ну что теперь будешь делать? Сухари сушить? Ну сколько можно терпеть? А сухари пусть Волкова сушит. Отпусти казаков, беда. Признался кто? Так признались, Лазарев. Мишка, он. Врешь. Он стрелял. Врешь, лупил, небось. Знаю, не он. Да он, вот. Вот клянусь тебе, пальцем его не тронули. Вот, все показал. В подробности. Где винтовку спрятал, где мотоцикл. Во всем сознался. Отпусти, Надюша, людей, порвут нас. Отпусти мужиков. Правильно, Надюша. Младший Лазарев признался. Зла не держите, бабы. За мужа поймите меня. Сдохни, волчица!
дело по безвременно ушедшему Владиславу Митрофановичу Волкову. Его младший сын открывает очередной магазин экологически чистых продуктов. Такова жажда жизни в этой семье. Ничто не остановит их в достижении цели. А цель у Волковых одна – верой и правдой служить своему народу. Зададим пару вопросов новоиспеченному бизнесмену. Минуты в аэропорт, ладно? Ждите. Ладно. Сегодня это уже наш третий магазин. А как ваш отец относился к тому, что вы пошли по стопам матери, занялись бизнесом? Папа был замечательным, чистым человеком. Прости. Он был жизнерадостным, очень любил жизнь. Жень. О! И всегда меня поддерживал в каких-то моих начинаниях. Мы сейчас. Поражает ассортимент товаров. Если в первых двух магазинах были только молочные продукты, то здесь мы видим мясо, рыбу, бакалею. Мы стараемся удовлетворить весь список потребительских услуг. Чистый продукт от чистого сердца – вот наш девиз. Разрешите, я перефразирую. С чистыми помыслами, от чистого сердца в законодательное собрание края. Удачи вам и вашему брату на выборах. Спасибо. Ну что, открываем? Да. Запускайте. Хорошо. Сейчас, сейчас. Проходите. Это был Сергей, пожалуйста. Волков, молодой бизнесмен и кандидат в депутаты законодательного собрания края. Будущее станицы в чистых руках людей с чистой совестью. Леша, через час за мной сюда заедешь. Хорошо. Давай. Мариночка. Ну как? Ну я же говорила, найдем. Ага, нашла. Она в аэропорту. Мы в Москву летаем. Как? Ну так безопаснее. В Москву? Да. Ну да. Конечно. Ты ксерокс не привезла? Держи. Спрячь только. Мариночка. Ну мы так и подумали. Дочку найдешь, уедешь. Жень, вы настоящий. Вы замечательный. Вы самые лучшие. Спасибо вам огромное. Ну, удачи вам. Рада за счастья. Тебя. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Ой. Счастливо. Почему ты не пришла на открытие? Поздравь меня, я дочку нашла. Где? Неважно где. Но ты рад за меня? Да очень рад. Очень рад. У меня к тебе просьба, Сережа. Сережа, вот тут 3 миллиона. Со сберкнижки сняла? Да. Маме это не понравится. Деньги немалые. И уже не ваши. Владислав Митрофанович сам их Свете отдал. Но не наши тоже, мы их взять не можем. Отец твой хотел, чтобы они пошли на добрые дела. Это было его последней волей. Но я об этом ничего не знаю. Поверь на слово. Ты же хотел Рябаконе помочь, помоги ему. Вон Лазарева арестовали. Мальчишка Грачев сидит в СИЗО, приговора ждет. Помоги ему. Как? Адвоката найми. Всем найми адвокатов. Вот этих денег хватит, но не хватит своей добавишь. Себе богатый бизнесмен. Пойми, Сережа, жизнь пройдет, вспомнить будет нечего. Ну ты понимаешь, что ты мне предлагаешь? Накануне второго тура. Я знаю, Сережа, ты другой. Да какой другой? Они сажают, и я их буду выпускать. Меня засмеют. А помнишь, ты мне говорил? Бежать отсюда надо, чтобы ничего этого не видеть. Так вот теперь бежать не надо, Сережа. У тебя деньги есть. Скоро депутатом станешь. По-настоящему начнешь людям помогать. Делай что-то! Владиславович, это я. Тут сейчас Горобец это была в магазине. Полагали, ей какую-то сумку передала и бумаги. А потом ваш брат подошел, а она ему пакет отдала и сейчас уехала. Что делать? За ней. А, так я же Сергея Владиславовича должен охранять. Серег, а что у тебя по магазину? А? А Марина на открытии была?
Да ну! И ты ее не видел? Понятно. Слушай, тут такое дело. Марина твоя пропала. Ни на одном посту ее не видели, а у меня за ней глаз да глаз. Скажи мне, братишка, а ты случайно с ней не заодно, а? Упаси тебя Бог, чтоб ты ее еще прикрывал. Ладно, давай, дуй в станицу. Второй тур на носу, поговорить надо. И с мамой надо больше быть плохо и сейчас. Братишка, братишка. Серега ее как видит, так в ступор и впадает. Она ему мозги промывает. Они не могли далеко уйти. Давай, держись. Давай. Вставай. Вставай. Есть, курить. Ну давай, Гендос. На, держи. Рассказывай. Как вы Марину упустили? Блин, подготовленный. Клянусь, шансов не было. Они по реке ушли. И Юра, осенью, помнишь такое? Помню, как она от тебя сбежала. Коля. Чего? Ну, что будет, если они все расскажут? А она расскажет, чтоб ты даже не сомневался. И про сауну, и про дачки, да? И про Абдулаева, которая в лесочке прилегла, да? Неплохая картина получается. Чего, Ген? Да, Коль? Ты чего? Ну-ка возьми себя в руки, брат, а? Ну-ка в руки себя возьми, каяться потом будешь. Сейчас Марину надо найти, понимаешь? Во что бы это ни стало. Ну-ка возьми себя в руки. Я понял. Так, все нормально, все хорошо. Успокойся, разберемся.